О, сколько здесь праздничного настроения! Поздравляю с Новым годом, желаю счастья и добра, что все было с вами хорошо. С Новым годом! В муниципальном центре культуры провели новогодний праздник «Многоликая Россия», показали развлекательную программу для юных представителей национальных объединений Магадана. По словам организаторов, такие встречи помогают укрепить отношения между людьми разных национальностей и культур. Сегодня на празднике у нас представлены дети национальных организаций «Бурятское землячество», «Колыма-Балтия», представители украинской диаспоры города Магадана, Кыргызстана, а также Армении и грузинской диаспоры. Более 130 юных представителей национальных объединений города посетили праздник. Им показали сказку. Также детям вручили сладкие подарки.